Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Масал Бастион, город Казань. Смотрите, какую прикольную штуку мы вам привезли. Багги, единственная в Казани, больше ни у кого нет. 125 кубиков мощности, 10 коней под капотом. Ну, капота тут нет, капота у нас сзади стоит. Автомат, передний, задний ход, тут бачок аккуратненько под бензин. Идет двухместный он. Идет у нас, ремни безопасности есть. Ребят, посмотрите на руль. Это как в лучших спортивных тачках идет. Рулевая рейка сделана. Классно. Ручник есть. Передний, задний ход. Все на автомате для детишек. Так, ну конечно же вам интересно, как он едет. И сейчас попробуем, наверное, прокатиться. О, клады, залезть его. Оп, аккуратненько, педаль газа. Наклони сюда, подойди поближе, Шамин. Педаль газа, педаль тормоза, ручничок, скорость. Заводится как машина, прям включая. Так, нейтралочка. Сейчас мы заведем, у нас чуть-чуть прохладно. Все, завелся. Сейчас стой, прокатимся. Машиночку только пропустим. Андрюха, как тебе сидится? Сидится? Ну, можно сказать, почти идеальная посадка. Ну-ка, ну-ка, фары у нас еще модные. Фары? Так, вот, видно, есть свет, ближний, дальний, звуковой сигнал тоже есть, посигналить. Все, что, ребят, поехали. Ставим, ну что, погнали? Нейтралочка, драйв. Все, и погнали. Со шлифами? Все, идем все в гости.